Такой потрясающей игры, я уверен, не видел еще ни один голливудский Оскар. Ни одна каннская пальмовая ветвь не ложилась у ног такого артиста, друзья. Приветствую вас всех на моем канале, зрители, подписчики, друзья. Мы открываем новую рубрику на канале «Казахстан сегодня», которая называется «Куклы КЗ». Во-первых, сразу же хочу сказать вам по прошлому выпуску, ссылочка на него будет вот здесь, посмотрите, не поленитесь. Я получил в свой адрес шквал негативной реакции, эмоций и комментариев, но это нормально, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Это для меня знак. Это во-первых. Во-вторых, мой друг, тот, кто не за Облязова, тот, кто не за ДВК, ты должен понять одну простую вещь. Сейчас Казнет, интернет вообще в целом, он кишит облязовщиной, он кишит ДВКшниками и т.д. и т.п. Их не единственная цель, на мой субъективный взгляд, это дестабилизация Казахстана, это анархия в нашем государстве, за счет этого они хотят сделать свои корыстные, шкурные вопросы, и цели у них только исключительно такие. Это мое субъективное мнение, вы можете с ним соглашаться или нет. Я здесь выражаю свое мнение, это мое конституционное право. Двигаемся дальше, друзья. Но прежде, друзья, рекомендую международный круизный клуб. Став членом этого круизного клуба, вы сможете позволить себе одну из 5000 путевок на круизном лайнере по цене в 2 раза дешевле, чем в любой другой туристической организации. Проверьте мои слова, выйдите в интернет и сравните цены. Также вы сможете получить эту путевку совершенно бесплатно, если проведете с собой еще 5 новых членов международного круизного клуба. Ну и, конечно же, сможете подзаработать. Номер WhatsApp, email, сайт, YouTube-канал, Instagram, все это я оставлю в описании под этим видео. Заходите и получайте более подробную информацию. Я уверен, что вам эта тема понравится в 2 раза дешевле, чем где-либо. Мы двигаемся дальше. Друзья, я бы хотел с вами сейчас поговорить о, так скажем, об артистах нашего казахстанского политического мира. Давайте сначала небольшой экспромт от канала «Казахстан сегодня». Все внимание на экран. Кто еще помнит, как это было? Ну вот так вот, друзья, не судите меня строго. Надеюсь, вы узнали эту сценку, этот экспромт, который мы попытались воспроизвести. И вы наверняка понимаете, о чем я, да? Вот такого плана экспромта, такого плана сценки мы будем стараться делать еженедельно. Благо, очень много у нас политиков, которые по большому счету несут какую-то чушь, да? И думают, что народ это схавает. Политики, чиновники, т.д. и т.п. Так что я думаю, материала в этом плане будет очень много. Ну а теперь хотел бы вам показать изначальный вариант этой небольшой сценки, с чего мы, по большому счету, и взяли этот материал. Но прежде хочу вам сказать такую вещь. Вот, уважаемый друг, вот если ты вдруг когда-нибудь почувствуешь, что вот жизнь твоя идет под откос, почувствует, что твой идиот-начальник вдруг придумал какую-то хель, чтобы тебе понизить зарплату. Твои идиоты-коллеги какую-то тему на тебя перекладывают и подставляют тебя. Какая-нибудь там офис-менеджер на тебя постоянно стучит и непонятно, да? Или, к примеру, ты стоишь в очереди, к примеру, опять же, в ЦОНе, да, там часа полтора ты стоишь в очереди в ЦОНе, и у тебя там номерочек, там 1000 бреденьки, и вот ты подходишь вот к этому, да, к оператору ЦОНа, и вдруг оказывается, что без 15:05 вечера у этого оператора вдруг образовался обед, и тебе надо еще ждать непонятно сколько. Так вот, пойми, что вот эта вся твоя боль, помноженная во 100-кратно, ничто, ничто по сравнению с той болью, которую ты увидишь сейчас, которую испытывает юноша нашего следующего эпизода. Все внимание на экран. Кто еще помнит, как это было? Вот так вот, друзья, не судите меня, опять же, строго, это мое личное субъективное мнение, надеюсь, вам было смешно, я ржал, вот честно же, я хохотал, когда эту тему увидел,
Это, конечно, это Оскар. Сразу же Оскар, это пальмовая ветвь, это молодец. Вот все, вот по-другому. Тут Бондарчук отдыхает, все отдыхают, Ди Каприо отдыхают. Нет, вот так вот, друзья. Ну, жду ваших комментариев, друзья, а также, если что, присылайте, может быть, свои видеоролики, на которые можно сделать интересные сценочки. Буду ждать ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, салам алейкум, аривидерчи.